Дорогие друзья, я хочу поздравить сердечно вас с наступающим праздником. Это Рождество Господа нашего Иисуса Христа. В Писании сказано: «И сказал пастухам ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вы слышите эту благую весть, это событие, которое состоялось 2000 лет тому назад, но наш Господь, Он живой, Он дарует нам жизнь и спасение. Это великая радость в эти торжества. Да преисполнит наши сердца, чтобы нам утешаться в нашем Господе, потому что Он есть жизнь и наше спасение. Хочу поздравить вас также, пользуясь этим случаем, и с наступающим Новым годом. Пусть Новый год будет более спокойный и уверенный для всех нас. Пусть исполнятся все наши добрые, благие желания для каждого из нас, для наших семей, для наших церквей, для того, чтобы мы были хранимы Господом в следующий Новый год. И пусть Бог вас всех обильно благословит. Мира, добра вам, счастья, всего самого лучшего благословений от нашего Бога. Будьте благословенны.